Что, всем привет, это снова я, Ириночка Сергеевна, с вами, как всегда. Что-то как-то у меня челка странная какая-то, да, мальчики и девочки. Кстати, Наталья, привет. Спасибо большое, буду очень ждать твою посылочку после 15 августа. Спасибо, спасибо, я прочитала, только забыла. Ответить. Ну, видите, раз вы хотите по два видео в день, приходится жертвовать комментариями, да. Не могу отвечать, пока видео грузится. Ну, а так, всем приятного аппетита. Сегодня у нас, короче, вареники с творожком. Очень вкусные, низкокалорийные. А говорят, надо в вареники сметанку добавить. Что я думаю. Ну, сейчас попробуем сначала без сметанки, а потом попробуем со сметанкой, да? Они горячие еще. Ну, еще такие вкусные. Вареники. Ушки мои шевелятся. Знаете, косяк в этом ободке. Это не мой ободок. Это мелкое ставила. Где? Тут, короче, вылазит эта херня железа. Где-то тут. И когда, короче, его одеваешь, он тебе прямо в уши впивается. Понимаете? Ой, не в уши, а там в волосы. И очень неудобно. Челочка моя. Красивая. Так вот. Челочка. Не знаю, добавлять сметанки, не добавлять. Как думаете? Да, сегодня без хлеба, да. Ну, вареники я же не буду с хлебом, так ведь есть. У меня, кстати, смотрите, волосики подросли. Они теперь такие длинненькие, красивенькие. Ну, конечно, короче, чем были. Ну, ладно, что теперь? Отрастут. Кстати, кто у меня есть ВКонтакте, да? У меня фотография стоит. Фотография там, короче, стоит. Сметанка. Где у меня очень длинные волосы. Вот они где-то вот до сюда были. Я их пошла и обрезала. Мне обрезали, короче, коротко. Еще короче, чем тут. Понимаете? Да, мне вот, допустим, как мальчик не нравится. Мне так не пойдет. Вот, не но. Мне, кстати, идет, да. Но мне не пойдет такой. Такой образ жизни. Образ жизни. Образ волос, как у Нино. Эх, сметаночка. Эх, Виталичек, где ты? Твои пельмешки. Ну, диетически, да, Виталик. Ну, тоже на диете. Очень вкусно. Вкусно и низкокалорийно. Так оно. Он говорит, не мочи, это я не мочу. Это от удовольствия. Ну, кто сидит на диете, они же не знают удовольствия. Но я люблю, да, поесть. Люблю поесть, поспать, поговорить. Вот, мы вот, когда вот, допустим, с подругой созванимся,
Мы можем и по 2 часа разговаривать. Можем и по 3. Я, короче, когда разговариваю по телефону, ко мне никто дозвониться не может. А на моей связи нет второй линии. Ее давным-давно убрали. Очень печально. Вот, допустим, на МТС есть. На Мегафоне есть. Что у нас еще самая знаменитая связь Теле2? Вообще такая беспонтовая связь Теле2. Теле2 это, короче, Ростелеком. А Ростелеком это вообще это беспонтовый. У нас вот интернет от Ростелекома. У нас еще, представляете, есть домашний телефон, да. Но мы им не пользуемся. Кому звонить-то? У всех сотовые, да, есть. У нас просто через телефон домашний идет интернет. Ну, как говорится, я же в деревне живу, да-да. Деревня городского типа. Обалденно. Творожок, короче, такой сладенький. Вкусный. Вареника творожная. Еще есть варенье с вишней. Ну, не знаю, с вишней я не пробовала. Надо попробовать. Я вот люблю вареники, допустим, с картошкой, с грибами, да. Кто-то писал, картошечку бы с грибами. Ну, блин, за грибами надо идти. Неохота как-то. Да, у нас тут лес недалеко, но тут у нас практически нету грибов. Что выросло, то сожрали. Белки, кто там? Кстати, у нас белки есть, да. Белочки. Да, на Урале леса красивые. У нас даже вот, я что-то вам говорила, вот вышка была. Там, короче, такие большие-большие камни есть. Надо как-нибудь сходить. Вот думаю выйти в трансляцию и сходить с вами. Только не знаю, как там будет связь работать в лесу. Допустим, на эту гору забираешься, да? И там это... Там... Пруд видно, город, другой поселок видно. Еще такое место шикардосное, красивое. Подруга моя приедет. Она ж не приехала так ведь ко мне. Пошла сиренки самой вишню собирать, представляете? До подруги, да. Я вишню не особо люблю. Она же кислая. Лучше черешню поесть, чем вишню.
Один тебе солнце, Монако. Тут мне еще тут написали. Ой, удали свой канал, не позорься. Знаете, в чем? Ну, если вам не нравлюсь, я так. Ну, не заходите. Как сказала Нино, вы знаете вход, вы знаете, где выход. Вот. Не нравится, не заходите. О, прикиньте. Вареник с картошкой с грибом попался. Да, не я лепила, не магазин, а фабрика Ермолина называется. Очень вкусно. Ну вот с картохой и с грибами вкуснее. Знаете, их когда варишь, их надо не перевалить. Не переварить. То потом полный пипец будет. Творог убирает. Знаете, что самое интересное? Вот у нас сейчас такая, ну, более-менее погода, да? Тепленькая. До 30 градусов доходит. Ну, к вечеру уже не так. К вечеру уже холодней. Ну, не знаю. Вот, допустим, ночью, может, градусов 13-15 всего-то. У меня там растут кабачки. Они вот такие маленькие сидят. И не тудымс, не сюдымс. Что им надо? Вроде поливаем. Вроде все. Понимаете? Ну, лейку-то в руках-то умеет держать как-то. Вот так вот. Ох. Ну что, вареники съели? Короче, мороженка. Вкусная дынька. Вот почему-то арбуз не привозят. Вот дыньку привозят, а арбуз нет. Люблю мороженое. А вы? Хотела шоколадного, а нету. Понимаете? Нету шоколадного в магазине мороженого. Ну, вчера, когда вчера ходили с Маринкой в магазин, пристала Маринка, пойдем. Вот и пошла. Кстати, по-моему, Полина, да? Полина, тебе огромный привет. Черный ты написала, ладно. Я подумаю, я еще думаю, девки, какую брать. Да. То ли зеленый, то ли черный. Черный, он классический. Зеленый, он не классический уже идет. Вкусно мороженое. Ну, я понимаю, что в этом мороженом ничего такого нету.
полезного. Этим тебе солнцем, Монако. Если ты живешь в Сан-Тропе. Мне очень нравится эта песня. Кстати, тут даже есть масло немного. Чувствуется, чувствуется, девочки. И мальчики. Что-то, кстати, это... Гусев пропал. Не пишет мне больше Гусев. Как жить-то, а? И Вячеслав не пишет. Он, наверное, в шоке еще. Ну ничего. Отойдет. Ну ладно, короче, мои дорогие, любимые подписчики. Я поела. Вам приятного просмотра. Не забываем подписываться на канал, ставить лайкосики, нажимать на колокольчик, чтоб тырым-пырым-пырым. Чтобы выходило, вам приходило мое новое видео оповещение. А вы ждете, когда же Иринка новое видео загрузит? Ждете, я знаю. Ой, потекло. Ну, знаете, это пальцы мои. Они чистые. Все, короче, всем пока.